друзья, поздравляем всех с праздником. Маршрут движения такой. Водители все здесь? Да. Едем на Социалистическую, Парковую, поднимаемся до бульвара Краматорского, поворачиваем налево на Дворцовую, спускаемся в проспект Мира, Орджоникидзе в сторону Дружковки. На Дружковку заворачиваем на мост, едем на площадь. Олег, старый город. Да, мы же договаривались с тобой. Да, поворачиваем на мосту направо, делаем круг по школьной, возвращаемся опять по мосту. Олег, остановись. Не надо пока останавливаться. Поздравляю всех украинцев с праздником Дня Независимости. И в этот день мы решили показать, что в Краматорске есть патриоты, которые могут показать, что они есть. Вот. Сегодня мы решили сделать автопробег в городе Краматорске и в городе Дружковке. Какой маршрут, куда поедете? Поедем по центру города, как бы наш город разделен на две части, соцгород и старый город. К ЖД вокзалу, который открылся на днях, а потом выезжаем в сторону Дружковки. Там есть памятник Дню Победы и проедемся около него, вернемся в Краматорск. В Дружковке что-то планируете делать по съемке? В Дружковке планировать ничего не делать. Приедете, да, развернетесь и уедете. Это же автопробег, да. Ага. То есть никакого больше митинга там, здесь? Митинг здесь будет 4 часа. Дня, вот как бы общегородской. Ну, уже, по-моему, начался там по чуть-чуть. Ага, понятно. Это ваша машина? Вы на ней стояли, да, просто? Да, машина, а она, судя по всему, будет головной в колонии. Самая старая машина, которая есть, и самая, которая будет, да. Ага. 63-го года. Thank you.
Украине! Героям слава! Впечатления, эмоции. Отлично. Мне очень нравится. Я как патриот. Впечатления, эмоции, как прошло? Эмоции. Единая Украина. Что же можно сейчас сказать? Надо чувствовать у целому. Часть целая, это всегда прекрасно. Пусть ребята у нас в Киеве, в Житомире, в Ивано-Франковске, что мы тоже Украина. Пусть не переживать, станем одной стеною. Дякую. Слава Украине! Все улыбались, ну, махали, кричали. Мы победим. Донецк любим до тех пор, пока вдруг не вывесят триколор.